Техмед хорошая команда, бойцовская команда. Все рослые, все борются, все играют. У нас, наверное, не получилось. Сами себя привезли, не знаю, не понимаем. Будем разбираться, наверное, будем смотреть, какие ошибки. Ну, индивидуальные ошибки только, поэтому и проиграли. Со стороны показалось, что у них желание больше было. Желание? Да я бы не сказал бы, что так больше желания. Сами себе ошиблись, сами себе внутри голод, наверное, сами себе привезли отсюда, и такой результат получился. Ничего, ничего, они не показали то, что мы ожидали этой игры, борьба, длинные передачи. Это их не стиль игры, мы знали, что они так будут играть. Ну, где-то нам что-то не хватило сегодня, к сожалению, так оно. Ничего страшного, идем дальше. Индивидуальные ошибки? Да, это индивидуальные ошибки только, поэтому наказали, там тоже мастер-виты есть ребята у них в команде. Но опять же, не должны были свалиться на их игру, мне кажется. Должны были держаться своей игры. Ну, ничего страшного, идем дальше. Еще есть много игр, будет ответный матч, так что посмотрим, будем над этим стараться и работать. Они выиграли и обошли вас в турнирной таблице. Обошли, молодцы, я их поздравляю. Мы опять же, мы будем выходить, биться, бороться за 3 очка. У нас своя задача, это опять же первое место. Будет тяжело, конечно, мол, прогресс еще есть. И есть хорошая команда, и Вольта, и с кем придется еще побороться. И придется еще доказать это, что ты хочешь быть первым лидером. А так оно пока есть, но будем стараться, будем. Жалко, что нас мало сюда приходят. Прошлые игры не могут, ни Олег Шишкин, ни Сережа Цимпев не пришел сегодня. Но у нас многие, у нас большой состав, и мы не приходим, мы не можем собраться. Все тренера, кто-то по детям, кто-то опять же в воскресенье, и мы не можем собраться никак. Прошлую игру 6 человек, позапрошлую с гагозами. Но ничего страшного, мы если будем приходить, прибавлять как минимум, как мы приходили всегда. Ты же знаешь, Сережа, мы всегда приходили 15 человек, у нас было так легче, конечно. Опять же, Техмед, у них 15 человек каждый раз приходит. Ну ничего страшного, мы будем стараться, будем выходить с этой ситуации все вместе. Так что я думаю, все будет хорошо, Иколюкс. После первого круга практически 6 команд равные, которые будут бороться за 4 путевки в ПЛ. Да, Интернестерком, конечно, удивил, когда мог прогресс у них обыграл 6-0 на выезде. Но опять же, Интернестерком, Вольта, Техмет и Калюкс, все вот эти команды, они будут между собой разыгрывать путевку, мне кажется. Динамис или не... Да, Динамис. Еще есть Динамис, тоже хорошая команда. Ну, я думаю, будет интересный чемпионат, потому что многие все усилились как-то и будет поинтереснее, чем предыдущие чемпионаты, которые были.